Социальный работник Ирина Мычко постоянно заходит проведать свою подопечную, 86-летнюю Валентину Ефремовну. Они знакомы чуть больше полугода, однако кажется, будто всю жизнь. «Моя Ирочка» – так нежно зовет пожилая женщина своего друга и помощника. Влажная уборка, доставка продуктов и обязательная беседа о настроении, здоровье и планах на будущее. Если первые два пункта входят в обязанности социального работника, то последний – только по зову своего безгранично доброго сердца. Работает она, конечно, отлично. Аккуратная, вежливая, честная. Это все то, что нужно для соцработника. И в такой трудный момент она может всегда помочь. Валентина Ефремовна вспоминает своих родных, глядя на старые снимки. С черно-белых фотокарточек, улыбаясь, смотрят муж и сын, которых давно уже нет в живых. Единственный родной человек, внучка, живет в далеком Китае, поэтому навещает любимую бабушку раз в год. Остальные дни одиночества скрашивает Ирина Александровна, которая за короткое время стала для пожилой женщины родной. Сама Ирина признается, милосердию и участию к ближнему ее научил муж. У меня муж такой, честно скажу, что никогда никому ничем не откажет. Дочка такая тоже учится в 11 классе. У меня ребенок даже президент школы выбрали. Она у меня, то есть, чтобы не надо было, она у меня везде и во всем, и первая помогает везде. То есть воспитаны также дети, также обучаем и младшего этому, что вот надо помогать, надо делать. И вот семьи со своей черпаешь вдохновение это. Второй героиней сюжета Александре Сергеевне Нестеренко в этом году исполнилось 96 лет. Ветеран Великой Отечественной она повидала на своем веку немало. Но торжество простой человеческой доброты восхищает ее и по сей день. Эти слова она адресует социальному работнику Ирине Рожаловской, которая уже на протяжении 2 лет заботится о заслуженной пенсионерке. И по словам Александры Сергеевны, именно Ирина помогает ей не прозябать, а жить. Конечно, все люди совершенно разные, ко всем нужен подход, но дело в том, что совершенно несложно найти подход, потому что, ну, наверное, это дано. Это надо быть, родиться таким человеком, чтобы понимать каждого душу. Нам немного надо, чуточку внимания только лишь. И мы настолько благодарны искренне, потому мы умеем благодарить. Мы их любим, как родину свою. Таких ангелов-хранителей, дарящих свое тепло, заботу и безграничную любовь, в территориальном центре порядка 60 человек. Все они приходят с одним намерением – защитить от одиночества тех, кто больше всего в этом нуждается. А таких только в московском районе города более 400 человек. Люди в возрасте, тем более если они еще одинокие, им очень не хватает общения. Вот наши социальные работники, делая свое дело, вот именно вот этим общением, они и подают вот положительный заряд эмоций, положительный заряд нашим подопечным. Ну, не случайно же говорят, любовь спасет мир. Но я считаю, что доброта тоже в этом отношении имеет большущее значение. Любите своих близких. Как бы мы, социальные работники, к ним не приходили, они нас очень любят. Но в первую очередь они ждут вас, родных. И ждут, я даже вижу, как и плачут, и ждут того же звонка телефонного. И поэтому без вас они никуда. И, пожалуйста, обращайте на них внимание. Даже какое-то общение по телефону для них уже это радость. Не обязательно приезжать, но главное позвонить, спросить, как ты, как твое здоровье, они уже тебе будут благодарны. Поэтому сегодня отличный повод позвонить своим родным и близким и просто сказать о том, как вы их сильно любите. И пусть с этого дня ваше спонтанное проявление доброты станет порывом такого редкого нынче милосердия и отзывчивости. Позвоните своей маме сейчас.